Друзья, 31 декабря, и Новый год уже стучится в наши двери. Время подводить итоги, время строить какие-то прогнозы, но у нас их уже не будет, потому что мы слишком молодой канал. Но при этом, если вам нужны прогнозы и итоги прошлого года, обязательно посмотрите интервью с нашим замечательным академиком РАН с Алисом Добаевичем Кракотовым, которое уже набрало за первые сутки 5000 просмотров. Великолепный результат. И, кстати, на этих подарках мы не остановимся. Будет еще одно интервью вот буквально на днях, где Алис Добаевич ответил уже на ваши вопросы, которые прислали в наше сообщество в YouTube и ВКонтакте. Хотите спойлер? Ни одного вопроса про средства защиты растений там не будет. Так что следите за нашими обновлениями и смотрите вторую часть интервью. А я хочу поздравить нас с наступающим Новым годом, пожелать нам счастья, здоровья и удачи в новом году. Увидимся, ваши агроменеджеры. Меня зовут Илья. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Друзья, берегите себя. С Новым годом!